Всем привет! У меня дети в школе. Я позавтракала. Тут, кстати, да, я забыла заснять. Мне тут мама передала то, что мы сушили. А, какая красота! Яблоки вкусные, вообще обалденные. А апельсины я бы... брала бы корку. Корка горчит. Но если с чаем, то в принципе она все равно горчит. Надо будет в следующий раз чистить, наверное, апельсины и нарезать их чищенными уже. Вот, я села немножко поработать за компьютер. Кое-что в моей голове умное пришло. Вот. Ника, ты кого там делаешь? Так что буду работать. Мне прическа, как всегда, надо убрать эту штучку. Я как умываюсь, оставлю ее. О, кстати, хотела же вам показать. Освещение уже другое. Утреннее освещение. Мне кажется, сейчас вот вообще изменений вообще никаких не видно. Что-то у меня на голове все то же самое, что и было. Сейчас пойду закалю, наверное, волосы. Хочется уже их отрастить. Бесит, что они такие коротенькие, то раздражали длинные. Но длинные мне не нравилось, что у меня вот здесь кудрявились, а тут были палки такие, кератиновые остатки. Вот, а сейчас мне не нравится просто, что они короткие. Надо отращивать и нормальный цвет уже волосам придавать. И не мучиться дурью. Ладно, все, надо поработать, пока нет детей. Так, я на улке. На улице сегодня так кайфово. Я сбегала уже по делам, в магазин сбежала, маленько продуктов купила. Вот, на улице прям как-то... Вот не знаю, может, мне так кажется. На самом деле градусов, не знаю, наверное, может, 18. Но мне кажется, какой-то сейчас такой этот уже весенний воздух. Или это у меня настроение такое весеннее, не знаю. И как-то прям я вышла как-то так кайфово. Вот, сбегала в магазинчик. Сейчас приду, покажу, что купила. Вот так, всякой ерунды. Сейчас что-то надо готовить. У нас есть и гречка, и макароны. Надо все пообжарить. Вот, и доедать. Купила сосиски. У Варюхи есть колбаска. И сыр еще купила. Вдруг она бутербродик будет делать. А вот, не стала ничего варить. Тут что-то еды. А, у нас еще, кстати, и каша рисовая на молоке есть. Ну, короче, у нас ассортимент еды всякой разной. Только доедай. Вот. Что-то так сосисок захотелось. Стоял, выбирал. Не было. А, тут раз я брала сардельки. Какие-то очень прикольные были. Краковские или какие они там. Ну, сейчас даже таких приблизительно ничего нет. Все эти обычные. Вот я такие не стала брать, потому что я знаю, что они невкусные. Я уже их брала. Вот. Взяла молочные и баварские, по-моему. Попробую. В смысле, я их пробовала, они самые вкусные. Аленка придет, Варюшка придет. Варюш уже, кстати, доучилась, попросилась гулять, где-то бегать. Сейчас должна уже подходить где-то к дому. Ее полчаса как раз прошли, я сегодня еще в школу искусств идти. Она гулять надумала. Сейчас придется в снегу, в сугробах налазиться. Но не видать. Не видать, не видать, чтоб шла. Товарищи, распаковка. Быстро. Будем варить сардельки. Так, что я взяла? Молоко. Это прям у нас всегда. Вроде там Алена то допила. Так, растительное масло. То я жарила курицу, почти все истратила. Макароны. Хочу потом по-флотски сделать. Взяла черри, надеюсь, вкусные. Хочу помидорчиков каких-нибудь вкусных. Так, взяла черри, взяла вот такие вот сосиски. Мне нравятся вот такие. Не знаю, кому как, но мне такие нравятся. Рыбку на утро взяла. 100 лет рыбы по утрам не ела. Решила взять. И к этой рыбе, соответственно, черный хлебушек. Я обожаю с черным хлебом рыбу. Потом взяла правильный творожный сыр.
Тут я, наверное, сделаю какой-нибудь чизкейк. Я ему не очень, он мне понравился. Так, это женские дела всякие. Варварки сыр. Ну, если Алена захочет, тоже. Огурцы. Ну, и что-то я решила взять. Я не знаю, была свежая самса. Это я нам с Аленой взяла. Варюхи взяла сосиску в тесте. Я думаю, вдруг она сейчас не успеет поесть, съест сосиску и пойдет в школу. И что-то мне захотелось круассан. Какие-то новые круассаны привезли. Я не взяла. Там есть еще вот такие же, это с шоколадом. А есть такие же пустые. Типа делать начинку, туда можно творожный сыр и также рыбку вот в круассан. Ну, в общем, и все. Все, закупочку. Сейчас буду ставить варить сосиски. Стояла, смотрела, ну что будет делать. Ну, там у нас собака что-то начнет делать, поэтому она стояла и смотрела. Потом, когда увидела, что у нее есть штука, которая отгоняет собака, она посмотрела еще чуть-чуть. И когда увидела, что собака уходит, все, ушла. Подлез. Вернулась тараторка? Да. А где я брюки? Халк. А где брюки? Брюки. Нахрена я их вчера гладила? Я Халк, потому что на меня упал кусок снега льда. И он сломался. У тебя грязные руки, ты берешь еду. Руки вымой и садись за стол. Алена тоже, кстати, вернулась, но она не такая шумная, она тихо вернулась. Варя! Смотрите, едовой стол, да? Варены вещи. Вот если я была бы возле дивана, они были бы на диване. Я возле стола, они тут тоже. Ладно, мы садимся кушать. Всем приятного аппетита. Ты есть будешь? Хочу есть. Угу. Я сейчас только поем колбасу. 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 Ой, Варюх, что-то здесь снимает, а мне тут... Я не снимаю. Алена затянула свое логово, и я взяла с ней и уснула. И сейчас себя чувствую, я как... Я ухожу сосиску в тесте поесть, а тут у них сон час. Вообще, я проснулась, у меня голова болит. Да нафига я вообще спала? Я еще и не хотела, а пока валялась. И уснула. Надо что-то поужинать. Поспали, можно теперь и поесть. Ага. Нам моет опять кошка-собаку. И я что-то есть хочу. Нет, не знаем, что делать. Баня Мейбл. Лейбл. Ну, ты вообще не прошаренная. Я вообще не прошаренная. Мейбл – это не название компании. Там Йой, что-то такое. Короче, какое-то название, я не помню. Че, зыришь? Подожди, я хочу камеру убить. Перестань, Варя. Все, мы прощаемся Ник с вами. Обязательно. Ник со мной сидит. Алена уже ушла у нас спать. Она рано, рано уходит спать, в отличие от кого-то. Всего лишь на 20 минут сегодня позже. А я еще, кстати, не убрала кухню. Мне так лень на меня напала. Сейчас пойду. Знаете, что у меня сегодня эта фиговина? Отправитель собак спасла от собаки. Самый настоящий. Ты же уже рассказывала. Не на камеру же. Да? А можно я нос почешу? А. Я думала, ты будешь рассказывать. Ладно, пошла я выбирать. А, я не так хотела рассказать. Короче, мы стоим на горе с Аришей на Бермудской Эвересте. На Бермудской Эвересте. Да, болтаем что-то. Собака идет за женщиной. Женщина поднимается, там типа вот такие ступеньки, дальше подъезд идет. Она поднимается, собака идет к нам, а я достаю эту фиговину. Начинаю нажимать, что-то такое, что? И потом начинает убегать. Я говорю, Ариша, Ариша, не иди, собака там что-то. Она поворачивается, я думаю, что, Ариша зовут? Такая, чё? Прикиньте, собака в Варе говорила, чё, чё? Вот так, прям нажимаю, короче. Она начинает убегать, прям так убегать. Женщина такая смеется там. Она типа такая... И на этой веселой ноте всем спокойной ночи. И всем бики!